Как правило, любой серьезный бизнес начинается с аренды площадей под офис или складские помещения. Экономически выгодное решение этого вопроса – залог успешного стартапа. И здесь на помощь приходят сотрудники предприятия, аренда и услуги. Им есть что предложить даже самому взыскательному клиенту. В списке 63 здания или более 33 тысяч квадратных метров в разных районах города. Цены самые демократичные. Плюс юридическая поддержка опытных специалистов. Предприятие, кроме того, что оказывает услуги по сдаче в аренду, занимается ремонтом помещений, обслуживанием помещений, содержанием помещений, переданных нам Бобруйским городским исполнительным комитетом. В аренду предлагается часть капитального строения по Кирова 25М. Тут есть где развернуться. Площадь 392 квадратных метра. Раньше здесь размещались складские помещения, затем станция техобслуживания. Сегодня здание готово распахнуть свои двери для новых хозяев. Цена вопроса 2,5 рубля за квадрат. В аренду сдается помещение в здании с вековой историей по Советской 45. Когда-то здесь располагался Центр технического творчества детей и молодежи. Площадь порядка 840 квадратов. Сейчас здесь свободно 480. Один обойдется в 6 рублей 34 копейки. Предприятие буквально вдохнуло в здание новую жизнь. Запущен проект по модернизации. Сделан качественный ремонт. Заменены коммуникации, установлены двери, смонтированы потолки, оштукатурены стены. Уютные кабинеты и просторные залы ждут арендаторов. Один из наших объектов, который мы предлагаем для сдачи в аренду, это объект по улице Пролетарская, 28. Расположение данного здания очень удачно. Оно находится в центре города. Полагаю, здесь могли бы размещаться фирмы, организации, предприниматели с широким спектром услуг. Приглашаем к сотрудничеству на долгосрочной основе наших потенциальных арендаторов. В самом сердце старого города радует бобруйчан ароматным кофе и свежей выпечкой легендарное кафе «Лакомка». Внутри открытая кирпичная стена, дизайнерская мебель и маленькая коллекция видов социалки, которая раньше была муравьевской. Взрослые приходят сюда ощутить вкус детства молочного коктейля, а малыши с аппетитом уплетают итальянское мороженое. Летом прошлого года мы взяли площадь у предприятия аренды и услуги. Нас все устраивает, место расположения хорошее, со своим особым колоритом, цена тоже приятная. Очень опытные специалисты всегда подскажут, если есть какие-то вопросы. Легенда Бобруйского Арбата обрела третий шанс во многом благодаря предприятию «Аренда и услуги». А наряду с «Лакомкой» свой дом нашли сотни фирм и организаций. Снять помещение просто. Достаточно написать заявление. Его готовы рассмотреть в течение одного дня. Узнать информацию о свободной площади можно на официальном сайте, а также по телефонам на экранах. И, как говорится, в добрый путь. С новосельем. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.